Волонтеры в элегантных костюмах эпохи 19 века встречают гостей театра оперы и балета цитатами из пьес классиков русской литературы. Это финальная точка культурного квеста, который объединил всех любителей истории Самары. Студенты уже прошли интеллектуальные испытания в музеях Алабина и Эльдара Рязанова. Побывали в филармонии на самых живописных улицах города. Там они решали сложные головоломки, разгадывали кейсы и кроссворды, которые подготовили добровольцы. Участники получили массу положительных впечатлений от увиденного. Квест был хороший, замечательный. Мы ходили по локациям. Нам давали вопросы, мы их отгадывали, присылали видео, фильмы. Мы также все это смотрели, пытались угадать. И, в общем-то, о квесте впечатления хорошие, и это запомнится надолго. Квест придумали добровольцы из Санкт-Петербурга. В 2019 году идея получила поддержку фонда президентских грантов. Самарская область стала пилотным регионом, в котором прошло культурное событие для молодежи. Благодаря нацпроектам «Культура и образование», которые инициировал Владимир Путин, квесты будут проводить во всех городах России. Как раз данная инициатива, как культурный квест, поможет развить волонтерские центры в культурных учреждениях и повысить уровень добровольческого сообщества в городе Самара. Все мы знаем прекрасно, что Самарская область – это богатый регион культурой. И нам есть чем гордиться, есть о чем говорить, и главное, есть что отдавать и рассказывать. В культурном квесте участвовали около сотни молодых людей. Самые быстрые и эрудированные студенты получили подарки от организаторов. Также участникам вручили памятные сертификаты. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События.